мы сделали специальный номер про 100 лучших песен в истории музыки, которые нужно закачать себе в iPod. Просто расставили их по алфавиту, по названиям. Вот, и на первом месте по алфавиту там стояла песня «Алмазами» с, кстати, не самая хитовая, но самая крутая, по-моему, с альбома «Икра» группы «Мумитроль». Курсы, кольца прячем в сейфы.